Поклонников аргентинского танго в нашем городе немало. Те, кто однажды этим увлекся, теперь не представляют жизнь без танго. Эта городская милонга или новогодний танго-бал открывает в Челябинске еще одну новогоднюю традицию. Вы знаете, мы думаем, что мы эту традицию откроем. Вот этого первого в Челябинске такого общего танго-бала. Приглашены все, кто умеет танцевать танго. Я хочу, чтобы каждый почувствовал, что нас уже много. А раз много, значит, нам под силу какие-то грандиозные идеи, вот такие балы, вот такие вот праздники. В программе вечера показательные выступления танцевальных школ Челябинска. Каждый из 5 номеров выражал суть аргентинского танго. Это живые эмоции, чувственность, импровизация, владение техникой и контакт. Танго один из немногих, которому невозможно научиться просто так, как в фитнес-клубе, как в бальных танцах фигурам, да? Выучил фигуры, ты танцуешь. Это жизнь, здесь единое целое, это один аспект, это как все в жизни. Какой ты в жизни, такой ты и в танго. Какой ты в объятии с любимой, такой ты и в танго, с партнершей. Это психологическая картина человека, можно даже так сказать. Это моя жизнь. Как говорят, это любовь, страсть, ревность. Это увлечение, это очень красивое времяпровождение. Это мир другой совершенно. Сейчас женщины очень сильные, ведут, а здесь нужно подчиняться мужчине. Танго интересен тем, что это парный танец, тем, что можно почувствовать партнершу. Не так, как современные, когда каждый сам по себе. Ну и в танго главное, что мужчина ведет то, что женщина должна быть послушна. Чтобы достичь гармонии, нужно приобрести какой-то жизненный опыт. Может быть, даже страдания, может быть, даже взлеты, падения. То есть, а это достигается, в общем-то, долгим путем. В числе гостей хореограф Юлия Горина. Почти 10 лет она живет и работает на Кипре. Является инициатором и участником танцевальных фестивалей, семинаров и других событий. Прелесть танго в том, что в нем нет ни начала, ни конца, ни завершения. Поэтому это процесс как в жизни. То есть всегда есть куда идти дальше, всегда есть к чему стремиться. И всегда каждый день, каждое мгновение находишь что-то новое для себя. В этом его уникальность, его прелесть, и красота и притягательность. И с этим нельзя не согласиться. Не случайно ЮНЕСКО внесла аргентинское танго в список культурного наследия. Его любят в разных точках мира. Его танцуют для себя, для души и для гармонии.